Фразеологизмы в английском языке. Elvis has left the building. Шоу закончилось. Американская фраза, означающая, что шоу окончено и не следует ждать дальнейших выходов на бис. Эта фраза, очевидно, пришла из роковых 50-х годов, во времена расцвета карьеры Элвиса Пресли. После его концертов обезумевшая толпа задерживалась, надеясь на еще более захватывающее выступление короля. Чтобы зрители начали расходиться, диктор объявлял, что Элвис покинул здание. Впервые фраза была произнесена в 1956 году диктором Хорасом Ли Логаном в радиопрограмме Луизианы «Hey Ride». All right, Elvis has left the building. I've told you absolutely straight up to this point, you know that he has left the building. He left the stage and went out the back with the policeman, and he is now gone from the building. Когда кто-то заявляет, что Elvis has left the building, он не сообщает о посмертных передвижениях короля рок-н-ролла. Эта фраза – необычный способ сказать, что конкретное мероприятие или шоу закончилось. Больше нечего смотреть и ожидать, и пора двигаться дальше. Синонимичные фразы. It's all done означает «все готово» или «все сделано». Stick a fork in it означает, что что-то закончено, сделано или исчерпано. That's a wrap означает, что часть фильма завершена. Time to go означает «пора идти», «время отправиться», «время уходить». Фраза часто используется в киноиндустрии. Майкл Макманус, Стивен Болдуин, сказал фразу «Elvis has left the building» в фильме «Обычные подозреваемые» «The Usual Suspects». Elvis has left the building. А капитан Стивен Хиллер, Уилл Смит, также использовал эту фразу в научно-фантастическом боевике «День независимости» «Independence Day». Любой, кто смотрел легендарный телесериал «Фрейзер», «Фрейзер», знает, что заключительная тема заканчивается заявлением «Фрейзер has left the building». Фрейзер has left the building. Подытожим. Фраза «Elvis has left the building» использовалась в конце каждого концерта Элвиса Пресли, чтобы дать понять фанатам, что им пора домой. Теперь это выражение используется более широко, чтобы показать, что кто-то ушел или что процесс завершен.